Личное дело. Соустер Юла Ехонасович. Отбывал наказание в Карлаве в 50-х годах 20 века. Ta juuksed olid pikad ja enamasti oli pähe seotud punane rätik. Nimetati pagana suguvaruks. Ta tegi täiesti niisugused asju, mida ei tehtud Eesti kunstis, mida ei tehtud Venemaal. То, что он там орал, пидорасы, бесконечно цитировалось во всяких воспоминаниях, но было две фразы, которые я тогда запомнил. Все иностранцы наши враги. Так как дело находится под грифом, в настоящее время мы не можем вам его показать. Nad määratlesid ennast kui kunstnikud, vabad mehed, kinnisel maal, mitte vabal maal.